сегодня, прямо сейчас, мы с вами делаем удивительное путешествие в трансперсональную область и встретимся со своим тотемным животным и с началом жизни внутри нас. Это удивительный опыт. И поэтому, чтобы он прошел очень хорошо, я попрошу вас принять максимально удобную позу, чтобы вы смогли хорошо расслабиться и погрузиться в приятное, глубокое состояние транс. И транс, он нам необходим, чтобы отключиться от той внешней реальности, которая нас сейчас окружает, и полностью переключить свое внимание вовнутрь себя. Поэтому позвольте своему телу максимально удобно расположиться в том пространстве, в котором вы сейчас находитесь, и просто начните ощущать собственное тело. Просто ощутите свои руки, ощутите свои ноги, ощутите свое туловище, шею, голову и переключите свое внимание на дыхание. Просто начните осознавать то, как вы дышите, и с каждым выдохом расслабляйтесь все больше и больше. Погружайтесь в состояние транса все глубже и глубже. И у вас все хорошо получается, потому что вы очень способны. И вам ничего не нужно специально делать, а нужно просто продолжать расслабляться и все глубже и глубже погружаться в это приятное состояние транса. И, продолжая расслабляться, некоторое время послушайте музыку, которая сопровождает наше путешествие. И позвольте этой музыке вам помочь расслабиться еще больше, еще глубже, чтобы это получалось легко-легко, естественно-естественно, комфортно-комфортно. И по мере вашего расслабления переведите свое внимание на мышцы лица, расслаблены они или нет. Поэтому, пожалуйста, просто расслабьте мышцы лица. И когда наши мышцы лица расслабляются, все наше тело тоже начинает расслабляться, и нам становится легко-легко, свободно-свободно, комфортно-комфортно. Поэтому просто позволяйте мышцам лица расслабляться. Отдельно расслабляются мышцы лба. Мышцы лба расслабляются, отдыхают. Мышцы лба расслаблены. Очень хорошо. Также расслабляются мышцы бровей. Мышцы бровей расслабляются, отдыхают. Мышцы бровей
расслаблены. И становится легко-легко, свободно-свободно. И транс все приятней и приятней. И транс все глубже и глубже. Также расслабляются мышцы глаз, и наши глаза начинают отдыхать. Это такое приятное, приятное ощущение, когда наши глаза отдыхают, и мы чувствуем себя легко-легко, свободно-свободно, комфортно-комфортно. И у вас все хорошо получается. Мышцы глаз расслаблены, и ваши глаза отдыхают. А наши глаза – это часть нашей нервной системы. И поэтому, когда отдыхают глаза, начинает отдыхать нервная система через наш зрительный нерв, через зрительные бугры, и вся наша система нервная полностью отдыхает, расслабляется. И с каждым выдохом мы расслабляемся все больше и больше. Погружаемся в транс все глубже и глубже. И наша подкорка, наше подсознание начинает активизироваться. И открывается доступ к нашему глубинному бессознательному, где все оживает, где мифы, глубинные истории становятся реальностью. Как будто мы подошли к той заветной двери, которую давно не открывали. И мы знаем, что за этой дверью находится огромный неизведанный мир с огромными возможностями. И это так приятно, даже немножко волнительно. И мы беремся за ручку этой двери и открываем эту дверь. И открываем для себя эти возможности, входя в пространство, которое выходит за наш личный опыт. Погружаясь при этом в транс все глубже и глубже. И наше тело расслабляется при этом все больше и больше. Мышцы лба расслаблены. Мышцы бровей расслаблены. Мышцы глаз расслаблены. Расслабляются также мышцы губ и языка. Мышцы губ и языка расслабляются, отдыхают. Мышцы губ и языка расслаблены. Чувствуют себя легко и хорошо. И наша нервная система переходит в другой режим функционирования, когда повышается наша чувствительность. Раскрываются наши глубинные способности, и у нас все хорошо получается. Также расслабляются мышцы щек, и мышцы щек расслабляются, отдыхают. Мышцы щек расслаблены, чувствуют себя легко и хорошо. И все наше лицо полностью расслаблено. И становится еще легче, легче, приятней, приятней.
комфортней, комфортней. И вместе с мышцами лица расслабляются мышцы шеи, плечей, рук. Расслабление спускается вниз, поступает в наше тело. Расслабляются мышцы спины, грудной клетки. Расслабляются мышцы живота, поясница. Расслабляется область таза, и ноги полностью расслабляются. И мы погружаемся в такое приятное-приятное состояние. И транс все глубже и глубже. Пожалуйста, пойдите еще чуть-чуть дальше и раскройтесь глубинам транса чуть-чуть больше. И у вас все хорошо получается. И, продолжая расслабляться, просто представьте, что откуда-то сверху, со стороны космоса, со стороны всей Вселенной, к вам начинает спускаться поток этой особенной космической энергии. И этот поток идет такой струйкой, а может быть, какой-то энергетической линией, или как-то еще, я не знаю. И поступает в вашу макушку головы. Просто представьте, как поток космической энергии начинает спускаться к вам через макушку вашей головы. Я не знаю, какого цвета эта энергия, какой она формы, какого ритма. Но вы можете ощущать, что это очень полезная, мощная энергия начинает сверху наполнять вас. И каждая клеточка вашего тела начинает наполняться этой удивительной космической энергией. Я не знаю, как вы ее ощущаете. Может быть, это какие-то вибрации, а может быть, это чувство прохлады или наоборот тепла, я не знаю. А может быть, это такие мурашки, которые бегут по вашему телу, или какие-то внутренние волны, или приятные ритмы, которые расслабляют вас все больше и больше. В то же самое время заряжают вас очень мощной, позитивной энергией. И вот эта энергетика спускается в вас и наполняет. Это как сосуд, который наполняется водой до самых краев. Пожалуйста, вот наполнитесь этой позитивной космической энергией. И почувствуйте, как ваша каждая клеточка вбирает в себя этот животворный поток энергии. Каждый наш орган, каждая наша часть тела, каждая клеточка заряжается этим потоком космической энергии. И через этот поток вы можете почувствовать, как вы связаны, как вы имеете свое сопричастие со всей Вселенной, что вы естественная часть этой Вселенной, такая, какая вы есть или какой вы есть на самом деле. И эта энергия помогает нам принять себя, раскрыться еще больше и сделать состояние транса еще более глубоким, еще более приятным, еще более уникальным. И наше тело полностью заряжается космической энергией. И от этого нам становится все
лучше и лучше. И состояние транса все глубже и глубже. И в то время, как наше тело заряжается, впитывает в себя эту космическую энергию, вы представьте, ощутите, как с самого центра Земли начинает поступать в наши стопы, в наши подошвы ног энергия Земли. Я не знаю, какого цвета энергия Земли, какой она формы, размера, интенсивность. Но вы можете ощутить, как эта энергия Земли начинает поступать в ваши ноги и плавно, приятно по вашим ногам подниматься вверх, заполняя нас энергией Земли. Энергия Земли, она другая, она уникальна. Она дает нам почву под ногами, когда Земля нас держит, поддерживает и обеспечивает нам место для шага вперед. И просто представьте, ощутите, услышьте, как энергия Земли снизу вверх начинает нас полностью заполнять и несет с собой приятные, комфортные ощущения. И у нас все хорошо получается. Вот. Почувствуйте, ощутите, как мы наполняемся этой чистой энергией Земли. И, наполняясь энергией Земли, вы с приятным удивлением и интересом можете обнаружить, как наш организм может прекрасно совмещать энергию космоса и энергию Земли. Я не знаю, как именно они взаимодействуют внутри вашего тела, внутри вашей личности. Может быть, половина тела наполнится одной энергией, а другая половина другой. А может быть, они будут циркулировать вместе внутри нас, примерно как артериальная и венозная кровь друг друга, сменяя друг друга. И поэтому просто дайте этим энергиям начать взаимодействовать между собой, помогая друг другу, создавая баланс, истинное, комфортное взаимодействие. Потому что у каждой энергии есть свои мощные, позитивные свойства. И дайте им объединиться. Дайте тем энергиям слиться воедино, чтобы мы стали с вами еще более целостными, еще более гармоничными. И тогда все становится на свои места. И просто продолжайте, чтобы ваш организм продолжала поступать эта энергия. И энергия Земли, и энергия космоса. И вы чувствуете, как эти энергии очень мощно, позитивно влияют на нас, погружая в состояние транса все глубже и глубже, погружая в приятное ощущение все больше и больше. И у вас все прекрасно получается. Очень хорошо. Молодцы. А мы с вами двигаемся дальше. Просто
представьте, что наша жизнь представляет собой красивую линию. И эта линия бесконечно уходит назад и бесконечно продолжается вперед в наше будущее. И вы стоите на этой линии в своем настоящем. Интересно, какого цвета ваша линия жизни? Какой она формы, размера? Просто понаблюдайте за своей линией жизни. И когда вы отметили все особенности своей линии жизни, я попрошу вас мысленно сделать шаг назад и на некоторое время оказаться в своем прошлом. И с каждым шагом вы будете становиться все моложе и моложе. И к вам будут приходить различные воспоминания из вашего прошлого. А вы просто плавно проходите через них. Потому что вы делаете еще один шаг. Просто представьте, ощутите, как вы сделали еще один шаг назад в свое прошлое по этой линии жизни. И вы ощутили себя еще моложе. Я не знаю, сколько вам там лет и в какой ситуации вы находитесь. Я не знаю, что вы там чувствуете или ощущаете. Просто отметьте для себя, что вы погрузились более глубоко в свое прошлое, в вашей личной жизни. После этого сделайте еще один шаг назад. Войдите в свое прошлое еще чуть-чуть дальше. И увидите себя еще более молодым. И те ситуации, которые есть в этом возрасте. И так, не торопясь, постепенно двигайтесь назад, пока не ощутите себя маленькими младенчиками, которые только появились на свет. Потому что сейчас мы с вами отправимся во внутриутробное развитие. Поэтому просто зайдите в тот период своей жизни, когда вы находитесь во внутриутробном развитии. Ощутите себя в животе у мамы и проверьте, как вам там живется, что вы ощущаете. Это могут быть очень интересные ощущения. И после этого пойдите еще чуть-чуть дальше. И дойдите до границы, когда вы были зачаты. И найдите эту границу, начало вашей личной жизни. Постойте немножко у этой границы. Я не знаю, что вы там будете испытывать, какие ощущения в теле, какие эмоции, но это могут быть очень интересные ощущения. И когда вы все это ощутите, я попрошу вас перейти эту границу и ощутить, как вы вышли за свое рождение, и вы попадаете в трансперсональную область своей жизни. Не вашей личной, но имеющий непосредственно к
вам отношение. Поэтому просто выйдите за границы своей личной жизни. И там вы сможете обнаружить что-то, нечто абстрактное. Может быть, просто чистый свет или полнейшую тишину, или что-то другое. Это может быть что-то удивительное, приятное, комфортное. Войдите в эту область чистого трансперсонального опыта и познакомьтесь с ним чуть-чуть более глубоко. Очень хорошо. У вас все хорошо получается. А теперь давайте с вами начнем это путешествие в наше далекое прошлое. Я попрошу вас продолжать медленно двигаться по линии жизни дальше, в далекое прошлое. И вы сможете увидеть жизнь своих родителей, которая была до вашего зачатия. И вы сможете увидеть, как ваши родители встретились, как у них завязались отношения. Просто некоторое время понаблюдайте за этими событиями и пойдите еще чуть-чуть дальше. И увидьте жизнь своих бабушек и дедушек, а также прабабушек, прадедушек, а также прапра. Я попрошу вас зайти на время жизни вашего рода и увидеть, чем жил, чем живет ваш род, чем он занимался, может быть, несколько столетий назад. Я не знаю. Может быть, вы увидите отдельных гениальных предков своего рода, которые обладали уникальными возможностями. И вы можете соприкоснуться с этими возможностями и взять себе все то, что вам необходимо. Все те знания, все те способности, навыки, которые есть в вашем роду. Это все абсолютно ваше. Поэтому возьмите себе столько, сколько вам необходимо, получить от этого огромное удовольствие. И когда вы взяли из вашего рода все, что вам необходимо, поблагодарите ваших предков за то, что они оставили вам это глубинное наследие, которым вы можете пользоваться. И пойдите еще чуть-чуть дальше. И увидите, откуда истоки вашего рода, где они начались. Посмотрите, как зарождался ваш род, откуда они прибыли, как они там жили. И вы можете прекрасно все это наблюдать. И, конечно же, давайте пойдем еще чуть-чуть дальше. И выйдите за границы своего рода и увидите тех людей, которые были предшественниками вашего рода. Я не знаю, как они выглядели. Я не знаю, какой они вели образ жизни, но вы можете легко все это обнаружить, понаблюдать, ощущать. И
Продолжайте двигаться еще дальше. Пойдите еще дальше к тем первым, самым древним людям, которые уже выбрались из животного мира, которых можно назвать первыми людьми. И увидьте этих первых людей, самых древних первых людей. И, конечно же, пойдите еще дальше. И ощутите, как вы перешли границу, которая людей отделяет от животных. И вот эта граница. И вы делаете просто шаг назад и переходите эту границу и оказываетесь в мире животных. Это совершенно другой мир. И там совершенно другие ощущения. Пожалуйста, просто начните медленно двигаться в мире животных. И в какой-то момент вы найдете ощущение очень яркое, очень сильное. И тогда остановитесь в этом месте и ощутите, как вы начинаете превращаться в это животное. И вы ощутите, как ваше тело становится телом этого животного. И вы обнаружите, что вы начинаете смотреть глазами этого животного. И начинаете слышать ушами этого животного. Потому что вы и есть это животное. И вы сможете понять, какое вы животное и как вас зовут. Полностью соединитесь со своим тотемным животным. Станьте этим животным. Ощутите себя этим животным. И ощутите все то, что ощущает, что чувствует это животное. Я не знаю, что это за ощущение. Может быть, это сила, власть. А может быть, это гибкость и сноровка. А может быть, это широта полета или что-то другое. Я не знаю. Я попрошу вас ощутить все те возможности, ту огромную энергетику, которая есть у этого животного. И, пожалуйста, присвойте себе эту энергетику. И присвойте себе все те возможности, все те способности, которое имеет это животное. Слейтесь с ним, соединитесь на все 100%. Ощутите, что вы стали им, этим животным, полностью, а оно стало вами. Вы и есть ваше тотемное животное. Ощутите, какие у вас лапы. Ощутите, какой у вас хвост, какое у вас туловище, и как вы двигаетесь, и что вы при этом чувствуете. Я надеюсь, что эти ощущения уникальные, может быть, даже очень сильно впечатляют вас, но откройтесь им. Впустите себе все, что с этим связано. Усильте себя этими возможностями, и у вас все хорошо получается. Побудьте в этом состоянии столько, сколько.
сколько вам необходимо. А после этого поблагодарите свое тотемное животное и пойдите по своей линии жизни еще дальше. Еще более древние слои, еще более раннюю историю. И представьте, как вы дошли до границы, где животный мир заканчивается и начинается растительный мир. И плавно перейдите эту границу и ощутите себя растением или в мире растений. Я не знаю, что это за растение, я не знаю, что оно чувствует внутри, но в нем очень много гибкости, очень много своих возможностей, способностей. Соприкоснитесь со своим внутренним растением и той энергетикой, которую она несет. И у вас все хорошо получается. И, конечно же, пойдите еще дальше и просто представьте, как вы подходите к границе, где начинается жизнь растений. Пойдите еще чуть-чуть дальше и обнаружьте начало жизни на нашей планете Земля. Найдите источник и начало жизни. Я не знаю, на что похожа сама жизнь. Какой она формы, какого цвета, какого размера. Но я хочу, чтобы вы полностью соприкоснулись с этим источником жизни. Установили очень мощный, глубинный контакт. Потому что вы и есть эта жизнь. Потому что вы и есть проявление этой жизни. Вберите в себе этот источник жизни, раскройте его внутри себя и полностью наполнитесь этой жизнью. Наполните каждую клеточку своего существования, каждую свою мысль, каждое свое ощущение. Растворитесь в этой энергетике жизни и почувствуйте, как жизнь внутри вас активизировалась, стала забурлила. Ощутите в виде каких-то ощущений, может быть, энергетического потока или каких-то вибраций. А может быть, вы наполнитесь каким-то светом или каким-то особенным звуком. Я не знаю, что это за цвет. Я не знаю, что это за звук. Но вы можете полностью соединиться с источником собственной жизни и зарядиться тем мощным позитивом, тем стремлением к жизни и тем мощным позитивным чувством, которое с этим связано. И у вас все хорошо получается. Полностью вберите в себя источник жизни, чтобы где бы вы ни находились, чем бы вы ни занимались, у вас все хорошо получается. У вас всегда была и будет тяга к жизни, желание проживать ее полноценно, глубоко, горячо, чтобы вы наслаждались каждым днем своей жизни теми успехами, результатами, которые она вам несет,
И с каждым днем чувствуя себя все лучше и лучше, все гармоничнее и гармоничнее. И вот мы с вами открыли в себе истинные истоки жизни. И поэтому, сохраняя контакт с этими истоками жизни, начните по этой линии времени возвращаться назад. И опять пройдите через стадию растительной жизни. И возьмите с собой оттуда все самое лучшее, все самое хорошее, все самое полезное. И пройдите через стадию своего животного начала. И опять ощутите себя тотемным животным. И возьмите отсюда тоже все самое лучшее, все самое полезное, все самое важное, все самое ценное. И вот возвращайтесь в мир людей. И вот проходите через свой род и берите оттуда все необходимые ресурсы, которые там имеются, и наполняйтесь ими настолько, насколько необходимо, чтобы чувствовать себя целостными, способными, успешными, у которых все хорошо, у которых все замечательно. И, конечно же, возвращайтесь к границе своей личной жизни. И войдите в свою личную жизнь. И почувствуйте себя ребенком, у которого все хорошо. Потому что вы несете с собой огромные ресурсы. Вы несете с собой тот мощный, позитивный заряд энергии, который все поставит на свои места, который наполнит нас позитивом, радостью, счастьем, самой жизнью и теми возможностями, которые они несут. И вернитесь в свое настоящее, в свой реальный возраст, в то время, которое происходит здесь и сейчас. И ощутите себя опять взрослым человеком, который выполняет это упражнение. И почувствуйте, как вы сохраняете контакт с теми мощными ресурсами, которые вы взяли из этого путешествия. И мысленно по своей линии жизни протяните их в будущее, чтобы и завтра вам было хорошо, и послезавтра, и столько времени, сколько вам необходимо, до самого последнего дня вашей жизни, глубокой старости, и даже дальше, в следующей жизни. И неважно, верите вы в это или нет, но просто наполните этими ресурсами свое настоящее, и свое ближайшее, и далекое будущее, чтобы настроить себя на этот мощный, позитивный результат. И у вас все хорошо получается. Вы прекрасно проделали это упражнение. Вы прекрасно сделали это путешествие. И не важно, что вы запомните из этого путешествия, а что не запомнить? Самое главное, что вы открыли для себя, или, по крайней мере, начали открывать доступ к своим глубинным ресурсам. И тогда наше подсознание начинает помогать нам, начинает идти нам навстречу и находить самые лучшие решения, которые нам необходимы. И тогда с каждым днем мы начинаем чувствовать себя все лучше и лучше. И гармонии у нас все больше
и больше. Очень хорошо. У вас все хорошо получается. Вы проделали это замечательное упражнение. Это работа, которая уже началась, которая уже идет внутри вас, она будет продолжаться дальше. И с каждым днем вы будете чувствовать себя все лучше и лучше. Эти ресурсы, которые вы активизировали, они будут раскрываться все больше и больше, давая вам все более новые, интересные возможности. Может быть, у вас начнут раскрываться ваши экстрасенсорные способности, или способности по улучшению отношений, или способности по притягиванию денег, или какие-то другие необходимые для вас способности, потому что это упражнение, оно уникальное. Оно дает вам развиваться так, как вы этого хотите, еще более легко, еще более быстро, еще более комфортно. И у вас все хорошо получается. Очень хорошо. Молодцы. И мы с вами завершаем делать это упражнение. И у вас все хорошо получается. Поэтому постепенно начните возвращаться в свое физическое пространство. И, пожалуйста, сохраняйте контакт со своими внутренними ресурсами, чтобы у вас было хорошее ощущение. И самое главное, чтобы у вас развивалось это ощущение целостности самих себя, когда вы ощущаете, что вы ближе стали к себе, что вы по-настоящему опираетесь на свои ценности, и у вас все хорошо получается. Поэтому, сохраняя контакт со своими ценностями, со своими ресурсами, постепенно возвращаемся. Почувствуйте, как ваше сознание становится более ясным, более чистым, а внутри такой хороший стержень, уверенность в себе, потому что вы проделали это удивительное путешествие и открыли для себя то, что нужно было открыть, поэтому все становится на свои места, и с каждым днем вы будете чувствовать себя все лучше и лучше, все гармоничней и гармоничней. Поэтому плавно возвращаемся. Я надеюсь, что у вас прекрасное настроение, что у вас хорошее самочувствие, что вы можете даже немножко улыбнуться, сказать себе, как здорово, что я это сделал или сделала. И, конечно же, сделайте глубокий вдох, потянитесь, откройте глаза и полностью вернитесь с хорошим настроением. Спасибо вам за это упражнение. И до новых встреч!